Продолжаю делать анкету для друзей. Сегодня хочу сделать типа школьные шкафчики, и каждый заполняющий сможет их оформить под себя. То есть в своем стиле. В интернете я нашла шаблон шкафчиков и распечатала на цветной бумаге. Ну, чтобы их не вычерчивать. Ну, посмотрите, как это долго было бы рисовать. Шаблон, кстати, как всегда, будет в моем телеграм-канале Хамчаку Сити. Вырезаем дверцы, но только с трех сторон, чтобы она совсем не отвалилась, а только открывалась. Вот так вот я вырезала дверцы, только вот тут немного случайно разрезала, но это не важно, потому что мы складываем пополам лист и склеиваем, естественно, не склеивая дверцы. Я сделала таких две. И теперь вклею это в тетрадь. Я вклеила. Написала тут, что в твоем шкафчике. Также написала, что надо сделать, нарисовать любимые вещи и украсить шкафчик. Вот такой разворот получился. Какие ваши любимые вещи? Напишите в комментариях.